Вот здесь самые вкусные салатики. Знаете, что говорят, что кого-то здесь какая-то драка произошла и кого-то порезали. Хорошо, что мы ушли. Здесь немножко район неспокойный, опасный. Это не Мезитли, поэтому много полиции, видите? Вот наша рыбка. Очень быстро они за 10-15 минут готовы. Такой салатик. Такая вкусная картошечка. Приятного нам аппетита. А вот и скорая приехала. Сказали же, одного кого-то ранили. И вот машина. О, блин, дела тут. Вовремя мы ушли. Ладно, я сейчас покажу, что нам принесли. Тут такой нохут вкусная закуска. Горох. Вот такой надо дома сделать мне. И еще что-то такое. Бунный йогурт. Вот наша рыбка. Короче, мы кушаем. Несмотря ни на что. Что-то концерт, не слышно ничего. Как опасно вообще в этом районе. Смотрите, какая музыка! Ашкин, знаете, что мне сказал? Хорошо, что мы поженились. Да, Ашкин? Вики, блин, Миш! Мой золотой. Ашкин, все не северу. Больше, говорит, не женюсь. Это последнее, говорит. Это, говорит, последнее. Ахедус. Спасибо за сегодняшний день. Мы, знаете что, мы тоже здесь праздновали вторую годовщину. Мне нравится очень ситуация. Посмотрите, пальмы, небо, музыканты. Все классно. Поэтому я люблю это место, так весело. Друзья мои, подружки и друзья, здесь так переполнено все. Видите, очень много женщин сидят и пьют раки. Ну, а я пивцо бутылочку. Наелись, сейчас хочется уже спать и домой. У меня такая собутыльница. Не знаю, посмотрим, зайдем мы на концерт или нет. Сейчас вот сидим, принесли нам еще картошечку. Покажу сейчас вам. Очень вкусная картошечка, моему мужу нравится. Вот что у нас осталось. Орешки, картошечка, йогурт. Вы представляете, йогурт с оливковым маслом. И так вкусно. Это, знаете, как не йогурт, а сюзме йогурт. Именно густой такой. Салюты, друзья мои. В честь наша. Без земляки, без причины. Он делал. Он сделал заказ, и мой золотой. Хорошо, что мы поженились. Света я задержу, Света. Ладно, надежда Света. Нет, где Света? Света где? Я пересела к мужу. Gönlümdeki derdi silen atarım. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме.
На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevgilinle ateş olurum, dalarım havaya nefes olurum. Bir tane daha bir şey söyleyeyim. Tabii ki, buyurun efendim. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Evet. Bir tane güzel bir parça şöyle yine aşk şarkısı. Çalarsak güzel. Sleşeti. Ne yapayım sence? Bak bu güzeldi. Bu güzeldi. Bir ama tane daha böyle şey. Güzel. Yok ya, hareketli değil. Duygusal. Ne oldu? Hakan Altun yapayım o zaman. Güzel, sana bırakırım işte. Güzel bir şey yapalım. Güzeldi. Hoşuma gitti. Besleyem daha şu. Buna benzer bir güzel. Şimdi benim de aklıma gelmiyor. Sen size göre parça okuyacak. Ha. Hakan Altun'dan. Песня придумана им. Anlat nasıl geçti zaman, yüreğin sızlaman. Kaçadım sevdamsın sen, geceleri yandın nasılsın sen. Bir gün gelirsen üç kere kalbimden vur vur, ender gibi sevenler zaten ölümsüz olur. Bir gün gelirsen kalbinden vurur, lahana gibi seven lahana gibi seven ben ölümsüz olurum. Üç kere kalbinden vurur, sizin gibi sevenler zaten ölümsüz olurum. Teşekkür ederim. Size özel bir şarkı yaptım. Güzel oldu. Опять полиция. Что-то здесь не то. По-моему, кого-то поймали уже. Мы сидим. Хорошо, что мы ушли со Шкымом. Здесь безопасно. Полиция, бегают молодежь. Неспокойный, опасный такой район. Вот и мы так красиво сидим вместе, рядом сели, соскучились. Дурлашка, почему тогда летает? Вынеси наш, вынеси. Находимся в самом центре.
с маршрутки вышли и ждем свой автобус. Вот такой красивый мост возле порта. Там дальше город. Вы 100 раз видели мое видео. Это место, а там дальше голуби. Голуби, голуби. Ждем свой автобус. Ехали в маршрутке, переполненные, концерт закончился. Мы даже, представляете, пришли на концерт и не увидели певицу. Смешно. Зато получили кучу удовольствия, покушали, посмеялись. У меня муж очень такой комик настоящий. Так что мы сейчас ждем свой автобус, едем домой. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.